Спасибо большое за подарок. Это что, это, наверное, обертка? Да, это вчерашний этот. Спасибо. Привет всем, друзья. Сегодня у нас 17 июня, 3 часа ночи. Магазин Fortnite, как всегда, обновляется у нас в это время, друзья. Рубрика «Чё почём?». Пожимайте лайкос. Погнали смотреть. Итак, ребят, магазин обновился. Прожимаем SPT и погнали зыркать. Так, у нас остался ник, само собой, с его тачкой. Ну, вот у меня вчера было предположение, что вслед за ником подокидывают остальных звезд. А это именно, ребят, кто у нас тут? Это Буга вместе с его кубком за спину. Это Али А тоже с бэкпэком и топовым дельтапланом. Кирочка, кстати, в комплект не входит. А, они не комплектами закинули, они чисто отдельно предметы закинули, я понял. Так подороже выходит, конечно. Здесь у нас Лачлан вместе с его бэкпэком. Топовый скин, о котором я вчера буквально говорил. Это Сайфер, дико мне нравится его стиль, конечно, вообще. Сайфер офигительный, вместе с его дельтом тоже офигительным и Кирочкой. Дальше это у нас Чика вместе с Грефом. Ну, Чика такой, по мне, проходной. Кирочка тоже простенькая, Греф, ну хоть как-то там, бэкпэк, ничего. Кирочка тоже интересная. Металлика у нас осталась. Так, здесь у нас все, что и было от Металлики. Летний кристалл у нас тут висит. Сколько еще будет? До 20 числа. Капец, еще 3 дня у нас будет так летний кристалл висеть. Так, это ссылочка, господи, эта страница осталась, это тоже. А вот это то, что у нас каждый день меняется. Это следопыт за 800. Это у нас коралловый рейдер. Но рейнджер, она хоть не каждый день выходит. Ладно, хоть что-то более-менее интересное. Дальше, это искатель сокровищ. Та же самая фигня, ребят, бэкпеки у них прикольные. Баллоны, Кирочка тоже ничего интересное. Когда, кстати, последний раз была Кирочка, мне кажется, давно ее не было. Что там нам телега говорит? 446 дней не было Кирочек, ребят. 446 дней. Водолаза, кстати, и Девахи год не было тоже. Да, это скины интересные, но я не думаю, что прям кто-то сильно ждал их. А вот кирка класс. Эмоция это у нас была. Не ударили, спасибо большое, мне нравится, юзаю. Собакин с его пачкой стилей. Вообще, как по мне, не летний, но тем не менее. О, хака закинули. Хака тоже, наверное, давно не было. Что у нас по хаку? 413 дней не было этого типчика. У него топовая обертка. Да, вот она, обертка огонь. Сейчас покажу. А как показать? Вот. Обертка прикольная. И Кирочка у него дебаггер. Тоже кайфовая, но Кирочки не было 240 дней. Кирку завозили. А скин с оберткой нет. Также нам закинули Хьюга. 400... Сколько? 480 дней. Тоже давно не было пацанчика. И ножи. Прикольная кирка. Эмоция, которая постоянно выходит. Жаркие ритмы. Ей мы не удивлены. Так, это у нас пацанчик был в начале сезона. Его вновь закинули. Неплохой кирка топчик. Кирка топчик. Он, если что, меняется под ваш рейтинг, ребят. Такс, о, что закинули, нам закинули Геометрикса. Это, о, ага, ему лего стиль сделали. Забавно. Три стиля, меняет внешность, не меняет. И золотой, прикольно. Нравится мне. Кирка топовая. И обертка интересная, кубическая. Классная. Так, и дельчик сюда еще закинули. Кубические от зловещей бомбистки. Хорошо, ламба осталась со всеми. Поменялись барабаны точно. Возможно, и остальные инструменты. Я не сильно, честно говоря, внимание на инструменты уделяю, потому что, ну, не играю этот режим совсем. Я, в принципе, сейчас вообще в Fortnite не играю. Но за скинами хоть послеживаю, за этим вообще не особо. Так, тын-тын-тын. Это все было-было. А, вот, новый этот, ромашку закинули, ребят. Обратите внимание, а то, может, вы до лего не долистываете. Здесь ромашка. И пошли наборчики. Ребят, как всегда, по наборам обращайтесь в Немагаз или там по баксам или еще куда. Всегда подскажем, поможем приобрести. И там есть старый стартер-пак, ребят, за очень интересную цену. Обратите внимание на Немагаз. Ну и сегодня у нас получается звезды, ребят. Сегодня у нас повозвращали звезды, хотя я думаю, что интереснее все же это вот эта вкладочка, которую нам закинули буквально на один день. Их хотя бы давно не было. Спасибо большое за просмотр, друзья. Лайкос. Пока.